приедет к нам внучка Настя. Мы сегодня с внучкой Настей заснимаем видео, да? Будешь видео сниматься сегодня? О, котик там оказывается, а не Настя. Да, Настю забыли. Возвращайте. Быстро собрать. Возвращайте. Доброго времени суток, девочки и мальчики. Сегодня еще раз убедилась, что нас мальчики смотрят. Доченька, привет. Сегодня приехали очень поздно. Ну, чайку охота попить. И начала тут пирог мутить, как говорится. Муж говорит, что ты с девочками не делишься рецептом? Надо же поделиться. А я уже яйца разбила, сыр натерла, творога положила. Где-то сыра примерно 150 грамм, творога 3 ложки. Вот такую брынзу взяла, вот такую коробочку. 250 грамм я ровно половинку взяла, 125 грамм. Вот здесь зелень у меня, здесь у меня молоко примерно 250 грамм и 6 яиц. Ну и соль, свою любимую соль, куда я без нее. Как я люблю воду с солью. Да, я сейчас яйца солю. Можно оператор ставить? Два словечка. Ты что-то с девочками не здороваешься. А, привет, приветики, девчонки и мальчишки. Сейчас больше девчонок смотрят наш канал, поэтому ставлю их на первое место. Да, это, я хотел сказать людям, которым не нравится работа оператора, ну, то есть моя. Вы, пожалуйста, прямо сейчас переключайтесь, а то будет умопомрачительное, головокружительное, супер-мупер видео. А, что я самое главное не сказала? У меня вот лаваш есть, я его купила, вот. Подсох уже маленько. И Айти ничего еще открыла. Вот поэтому я это и решила пирог замутить. Вообще люблю блюда из лаваша. Или из лаваша. Очень быстро все вкусно. Супер просто. Вообще лаваш это чье блюдо? Кавказское какое-то или нет? Или азиатское? Ну ответь сам. Азиатское. Ты же спрашиваешь, ответь. Я не знаю. Я думаю, кавказское какое-то. Девочек спроси, девочки, да, напишут. Девчонки и мальчишки, кто знает? Напишите, пожалуйста, моему мужу. Место рождения лаваша, так будем говорить. Он у меня любознательный вообще. А, кстати, брынзу вот размяла, с творогом вместе перемешиваю. Вилочкой просто, все. Чтобы побыстрее, девчонки. Вот беру прям эту целую лепешку. Постараюсь ее помельче порвать, но я ленивая. Как обычно. Сначала родилась лень, потом ты. Да. Поэтому я люблю все быстро делать, ты же знаешь. Ну да. Я уже как-то говорил на одном видео. Поэтому я тебя и выбрал. У меня по молодости вообще все летало по кухне. И крышки, и кастрюли. Я так спешила. Ни одну крышку разбила стеклянную. Или я ошибаюсь? Ну я же тебе не возражаю. Правильно, после 30 лет совместной жизни нечего раздражать мужу. Муж он голова. Даже наша я куда повернет, туда и будет все. Так, я пока две лепешки порву. Я вообще люблю все приготовить побольше, чтобы потом подольше есть. Девочки, пока тут меня муж забалтывал, я забыла вылить молоко, перемешать все с яйцами. Поэтому выливаю сейчас. Мало того, ленивая, еще и забывчивая. Теперь буду вот так мучиться. Надо молоко взбить с яйцами, как омлетик. Вот. Лепешечки эти. Теперь я сюда зелень сыплю. Зелень у меня здесь
лучок, немного петрушки и лука, творог с брынзой, вкуснотища, брынза соленая, как я люблю, сыр. Не пирог, а сказка просто. Его можно сыром есть, я правильно понял. Ну, не говори. А яйца как? Сырые? Ну а что, сырые яйца не пьют? На хлеб намазывают? Девочки, реально, вот у меня сегодня память дырка. Мне нужно сюда налить 2 ложки масла растительного в этот пирожок. Все позабывала. Все перемешала теперь, успокоилась. Сейчас форму смажу сливочным маслом. Достала масло, кусочек сливочного. Вот такая форма у меня, такая старая эта форма. Я уже даже не помню, в каком году я ее купила. Поздоровайся, Настя, со зрителями. С девочками, с мальчиками. Ты кому хочешь передать привет? Это наша внучка. Привет, Наташа. Наташа? Ну, хорошо. Сегодня у нас внучка гостит. Подожди, мой домик. Подожди секунду. Сейчас мой пирог отправим в духовку. И придем к тебе. Вот, кладем в эту форму пирог. А как ты угадала? Он точно по форме. Да примерно он у меня. На глаз? Не стала еще одну лепешку, думаю, будет лишнее. Я как всегда же люблю все побольше. Духовку минут на 20-30. Надо по духовке смотреть. Я буду заглядывать. У меня быстрее спечется. У меня духовка очень хорошая. Ставлю. Давай. Пока у нас готовится пирог сердце, наша внучка решила нам устроить сюрприз. Потушила свет и включила фонарик. Да. И вот мы теперь тут ку-ку. Ну ладно, скоро пирог будет готов. Вон он там. А я кушаю пунь, который привезли из Казахстана, из Семипалатинска. Да, вот смотрите. Смотрите. Такой вот курт. Такой курт. И мы с мужем вспоминаем детство наше, наших друзей. С мужем. С мужем. Я же муж Ларисы, твоей бабушки. Пошли ты наверх, там вообще классно светит. А что, бросаешь нас в темноте здесь? Ну, включи свет-то. Вот прошло 20, чуть больше минут, вот ты, как он поднялся. Как он поднятый. И зажаренный. Достаю пирог. Быстрого Быстрого приготовления, все готово. Быстрый пирог из лаваша готов. Советую вам приготовить. Он у меня сегодня, видите, то одно забуду, то другое. Ну, вы меня сильно не осуждайте. Я это сегодня намоталась по больницам. Можно, сейчас я тебе дам. Сейчас мы согреем чаю. Он пока остынет немножко и попьем чайку. Выложила форму, ждем чай, пока греется. Если вы приготовите разочек такой пирог, берите и потом постоянно его готовить, потому что он очень вкусный и быстрый. Мы приступили к чаепитию, а мы компот попиваем. Эй! Что? А про меня-то не забыли? Ну, ты тоже у нас приступила к чаепитию. Вот такой пирог получился, смотрите, в меру влажный, вкуснейший просто. Обалденный. Обалденный. Видите, ценительница наша. Угу.
Ну что, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ждем новых комментариев. На нашем канале говорят только правду. А вот уже первые лайки. Ну-ка, покажи первые два лайка. Опа, а ты первая сегодня. Браво! Обалденно. Да. Ну и я попробую заодно. До новых встреч. До новых встреч, друзья.